Теннис, олимпийский, очень популярный во всем мире вид спорта, имеет своих поклонников в Музыре, где, правда, нет отделения по этой дисциплине, зато есть энтузиасты этой прекрасной игры, которые не ограничивают себя исключительно тренировками. Недавно на горнолыжной базе Музыре прошел турнир с участием, пожалуй, сильнейших мастеров ракетки нашего региона. В турнире принимали участие 8 мужчин, мужской разряд только был, хотя раньше мы проводили женский турнир, но в этом году только мужской. Вообще у нас вот мозырское сообщество где-то 20-25 теннисистов, ну не у всех получилось, наверное, в этом турнире принимали участие ребята самого сильного уровня, вот кто-то не захотел, конечно, кто послабее участвовать, возможно, вот, ну пару сильных игроков не заявилось, но турнир прошел очень хорошо, именно ребятам очень понравилось, отзывы были, что надо проводить почаще такие турниры. Ну, надеюсь, в следующем году начнем с самого начала лета, с самого начала сезона проводить турниры, потому что игровая практика, вот, она всегда полезна. Сам Иван Владимирович вместе с Антоном Барботкиным, Владимиром Бобром и Валерием Кольченко боролись за выход в полуфинал, но уступили Александру Пискуну, занявшему 4-е место, бронзовому призеру Евгению Балинскому, вице-чемпиону Евгению Дзюбе, победителю турнира Андрею Граевскому. Вообще очень хотелось бы, чтобы теннис развивался в Мозыре и вообще в Беларуси, потому что, на мой взгляд, потенциал очень сильный. Если даже взять женский теннис, наших теннисисток белорусских, да, я думаю, что в Мозыре, если бы теннис развивался, то было бы прям мирового уровня спортсмены, потому что все-таки потенциал у именно даже, можно сказать, белорусских женщин очень огромный. Вот. Ну и мужчины тоже, думаю. Хотелось бы, конечно, чтобы появились корты профессионального уровня в городе. Вот, если можно позавидовать Гомелю, у них там больше 20 кортов. То есть, ну, как бы ребятам повезло. Я ездил на соревнования, участвовал с ними. Вот, и приятно играть на хорошем покрытии. Хотелось бы, конечно, чтобы корты появились. И в том числе для этого мы организовали этот турнир, чтобы показать, что есть заинтересованность людей в таких мероприятиях и турнирах. Ну что ж, будем ждать следующего турнира по теннису в Мозыре. И не сомневаемся, что со временем и у нас появятся отличные корты. Всему свое время. Главное, что есть энтузиасты этой прекрасной игры, благодаря которым в Мозыре и живет такой вид спорта, как большой теннис.